польское товариство в Могилеве святкует 25-годие. 20 годов тому был открыт Дом Польский. У им ладить тематичные встречи по истории, литературе, а так само музычные гостиные выставы. На юбилее активисты товариства поделились с нашей домашней группой ближайшими планами. На Могилевщине живе прикладно 800 поляков. Меж тем, по подликах керавництва Дома Польского, каля 13% жихаров в области мают польские корани. Мы только весной красавіку отзначили 25-годие республиканской организации. И в этом же ходе, вот теперь в осень, отзначаем 25-годие Могилевского отдела. Тому Могилев один из первых уступил у нашей роды и как организация из тех часов працуя, вельми активно працуя. Мы заховываем и распаўсюджваем польскую культуру, отзначила керавництва Дома Польского у Могилеве. Так, у другой школе популярностью корыстается класс по вывучению польской мовы. Основным, я бы так считал, значит, нашим достижением – это реконструкция строительства польского дома. Вот. Он был третьим в Беларуси и первым, который стал на самофинансирование. Вторым нашим достижением, я считаю, это обучение польскому языку. Очень много надгробий на польском кладбище старинных, которые нужно привести в порядок. И здесь нужна работа специалиста, а это деньги. Реставратора прежде всего. Вот. Потом сбор документов, которые касаются поляков. Віншаваў товариство с юбилеем, у тым ліку и творчий коллектив из Польши. Татьяна Сергеевич, Денис Бутылин, Новини регіону.